Приморье восстанавливают транспортную инфраструктуру после июльского наводнения и сентябрьского тайфуна Хинамнар. Губернатор края Олег Кожемяка побывал в Кавалеровском, Лазовском и Ольгинском округах и проинспектировал, как ведется эта работа на местах. Ведутся работы, связанные непосредственно с восстановлением дорожного полотна в Ольгинском. Здесь мы сейчас находимся в районе, в Лазовском районе. В Ольгинском районе работает ПСК, восстанавливает мостовые сооружения, продолжает отсыпку непосредственно дорожного полотна, которое было размыто, работает техника. Здесь работает Примавтодор. Мы видим на дороге моряк-рыболов. По всем темпам работ, надеюсь, что они по этому году будут восстановлены в том виде, в каком они должны быть. Те мостовые сооружения, которые требуют более длительного времени, будут продолжены по работам в 2023 году. В зиму работы также будут продолжаться по доноуглублению, всем, чтобы русла рек вернулись в прежнее состояние, по увеличению насыпи. Поэтому эта работа будет продолжаться до тех пор, пока не будут устранены все последствия чрезвычайной ситуации, которые произошли у нас в сентябре месяце здесь, в Лазовском районе, и в июле, в сентябре в Ольгинском районе, в Кавалерове и по другим районам Приморского края.